Подпись под себя. Да-да-да, сюда! Стою, не могу достать, мужики. Операция «Контрольная закупка» успешно завершена. Мужчина задержан за сбыт наркотических средств. Он приобретал дурь на интернет-сайте, оплачивал покупку с помощью электронного кошелька. Получал смс-сообщение, где спрятана так называемая закладка. Затем фасовал порошок и продавал в розницу. Навар делил с гражданской женой. Было известно, что двое лиц, пара, которая сожительствует с друг другом, постоянно меняет места жительства. В основном это съемные жилые помещения, либо гостиницы. И, значит, из этих адресов они сбывают наркотики. Рука правосудия настигла наркоторговца возле одного из домов по улице Революции. Здесь парочка временно снимала квартиру. Помещение напоминает наркопритон. Повсюду шприцы с прозрачной жидкостью и пакетики с белым порошком. Детали тщательно фиксируют в протоколе. Хозяйка жилья не скрывает своего пристрастия к зелью. Наркотики употребляете? Употребляю. Что? ДМЦ. Расшифруйте, пожалуйста. Я не знаю, как это расшифровывается. Наркотики синтетические. Значит, в народе их называют дизайнерскими наркотиками. Это сильно действующее вещество, которое производится химическим образом, является аналогом наркотических средств, таких как амфетамин, метамфетамин. Значит, ну и которая, естественно, оказывает пагубное влияние на здоровье человека. В распоряжении полицейских достаточно улик, подтверждающих виновность задержанного. Выяснилось, что ранее этот гражданин уже отбывал срок. Сейчас мужчина водворен в изолятор временного содержания. Возбуждено уголовное дело по статье 228. Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. Елена Иговцева, телевизионная служба новостей.